Всем привет! Меня часто просят показать саму покраску машины. И вот решил снять небольшой клип на примере вот этого BMW. Красить буду куском капот и куском крыло. То есть именно вот правый этот угол. Ну что, для начала я защищаю, избиваю глянец 80-м номером те места, которые будут шпаклеваться. Затем все это дело обезжириваю и шпаклюю. На данный момент я использую двухкомпонентную шпаклевку средней зернистости. После того, как шпаклевка высохла, затираю колодкой, так мне привычней. Сначала 80-м, затем подвожу 150-м, где надо подшпаклевываю и уже затираю 150-м. После того, когда со шпаклевкой работа как бы закончена, под грунт затираю машинкой 240-м и 320-м. Обклеиваю и грунтую. Грунт тоже двухкомпонентный. Это грунт-наполнитель. После того, как грунт высох, затираю 320-м. Потом машинкой прохожусь 400-м. И затем с водой затираю уже все 1000-м. Ну, с водой, потому что я так привык. После чего сушим и обклеиваю. Итак, а теперь сама покраска. Первым делом я, естественно, обезжириваю. Затем прохожусь салфеткой от пыли и начинаю саму покраску. Первый слой я ложу биндера, так как буду делать здесь на капоте переход и на крыле. Ну а затем буду покрывать краской. После того, как биндер высох, покрываю краской. После того, как краска высохла, я покрываю лаком. Лаком я обычно покрываю капот, то есть горизонтальные детали, 2,5 слоя, вертикальные 1,5. Итак, машина покрашена, и на этом у меня все. С вами был Артур, подписывайтесь на мои новые видео. Пока!